Когда агент повернул ручку двери и заглянул в комнату. Одним точным ударом агент обезвредил косого Фреда. Чья-то тень мелькнула в глубине комнаты. Всем стоять, лицом к стене! Кровожадный Билл бросился к окну. Агент за ним. Он не мог дать ему уйти. Агент бросился в пустую темную комнату. Там притаился еще один шпион. Дальше! Завязалась борьба. Кто ты? Имя, позывной, пароль. Отвечай! Не надо! Я все скажу! Я все скажу! Но я ничего не знаю. Вот бы тоже поймать шпиона. Из нас бы вышли отличные детективы. Ого! Должно быть что-то важное. Скорее, на улицу. Вперед, друзья! И это не первый раз. Мат уже неделю бегает к этому дереву. Наверное, пытается кого-то поймать. Может, это шпион? Злодейский злодей? Везде какие-то холмики. На Ватта не похоже. Слишком маленькие для его лап. Все как в книге. Таинственные следы. А за спиной притаился кто-то неизвестный. Нас ждет секретное задание. Отныне мы сыщики! Разведаем ситуацию. Засядем в засаду. И как набросимся на злобного... как его там? Шпиона! Враг не дремлет, но действовать будем спланированно. Вначале распределимся. Значит, ты, Меган. Тихо! Всю засаду испортишь. За деревом активность. Скорее! Так значит, шпион Бибо? Нет, я просто хотел посмотреть на настоящего шпиона. Классика жанра. Коварный шпион сеет подозрения внутри нашего коллектива. Но если мы ничего не будем видеть из засады... Мы никогда его не поймаем. Друзья-сыщики, меняем тактику. Это Барсук. Как слышите меня? Барсук, Барсук, Аист на связи. Вас слышу. Движения не наблюдаю. Прием, прием. Это сова. Вижу движение. Ого, какой большой. Шпион на шаг впереди нас. Нам никогда его не поймать. Он слишком умен. О! Так вот, кто это был. Стой! Успокойся. Это всего лишь полевой мышонок. Он рыл себе норки, чтобы спрятаться от Ватта. Пожалуй, отведу Ватта домой. Что же нам с тобой делать? Домой тебя взять я не могу. Мама не обрадуется. А может быть, его покормить? Ну, да для начала. Вот, малыш, поешь немножко сухариков. Ладно тебе. Какой он милый. Какой приставучий. Назовем его приставка. И построим его дом. Потайной, разумеется. И Ватт не пролезет. И приставки будет где прятаться. Отлично замаскировал. Ну что, теперь, может быть, домой, а? Раз шпиона уже поймали. Вы это, идите. А мы тут еще немного подежурим. Разведаем обстановку.